Клинок — это твой инструмент. Мы не человек, мы какая-то ящерица. Надо же, действительно что-то поменялось. Давай загрузим игру и попробуем, ну, знаешь, прийти к ней обратно. Я ее еще раз убью. Спасибо. Весь мир в долгу перед вами. Правда. Нет, 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 нет. Что ты делаешь? Мы были так близко к тому, чтобы выбраться отсюда. Да мы не можем идти, ты это знаешь. Погоди. Предупреждение перед тем, как ты туда войдешь. Она будет лгать, она будет обманывать, и она сделает все, что в ее силах, чтобы помешать тебе убить ее. Не мы верь не ни единому ее слову. Мы не проверили еще несколько вещей. Нам нужно попробовать убить ее до конца, все-таки пытаться и пытаться и пытаться, либо помочь ей уйти. Я предлагаю все-таки добить ее. Я буду осторожен, но ты действительно не помогаешь со всем этим разговором о смерти и умирании. Согласен, просто игнорируй этого клоуна и оставайся сфокусированным. Нам нужно это сделать. Интерьер каюты представлял собой неровное месиво из покореженного дерева и сломанных весел. Их расколотые края столь же непривлекательны, как разбитое стекло. Единственная примечательная мебель — это заостренный стол с нетронутым лезвием, примостившимся на его краю. Клинок — это твой инструмент. Он тебе понадобится, если ты хочешь сделать все правильно. Во-первых, этого всего не было. Что это за огромное количество вселенных, в которых я не могу никак выжить? Во-первых, интересно, что произойдет, если я не возьму нож. Потому что для меня, хотя мне я уверена, что она знает про то, что я возвращаюсь сюда не впервой, это Санс 2.0. Мне кажется, что нужно посмотреть... Зеркало, в первую очередь. Ты не сказала мне ничего про зеркало. Для чего же ничего не поменялось? Есть стол, так, смотри, клинок, лежащий на столе, и дверь в подвал. Больше ничего. Здесь определенно есть зеркало. Его нет. У нас еще и раздвоение, походу. Может, вы двое перестанете спорить здесь, и без всего этого шума достаточно напряжено. Я подойду к зеркалу. В тишине. Ты подошел к стене рядом с дверью в подвал. Это стена. Боже, здесь ты ничего не увидишь. Это реально не смешно. Так, готовимся к скримеру. Ты протягиваешь руку вперед и трешь рукой стену кабины. Кто я? Я надеюсь, ты понимаешь, как нелепо ты сейчас выглядишь. Но оно было что? Здесь секунду назад. Верно. А теперь его нет. Ради всего святого, можем мы просто уже с этим покончить? Все это ожидание убивает меня. Ты и так умрешь. Странно. Да, это все выглядит по-другому. Очень по-другому. Может, это потому, что ты на самом деле здесь не был? Надеюсь, это означает, что ты наконец отбросишь эту нелепую чушь о прошлой жизни. Ты не умер. И уж точно не был убит принцессой. Так что сосредоточься. От этого многое зависит. Сука! Мы можем брать мечи, можем не брать! Ах! Еще раз сохранимся? Ну давай, сохранимся еще раз. Ах, давай я возьму меч. Ты берешь клинок со стола. Было бы тяжело убить принцессу и спасти мир без оружия. Угу. Окей. Чувствую себя лучше, держа это. Может быть, мы сможем пройти через это. Давай. Дверь в подвал со скрипом открывается. Открывая то, что однажды должно было быть лестницей. Сломанные реки выглядят так, как будто бы их оторвали от основания и силой вдавили в стену. Звук, доносящийся снизу, имеет почти металлический оттенок. Подобно запаху свежей воды, вы можете услышать звуки, похожие на ритмичный скрежет металла, доносящийся снизу.
Именно, соскальбливание. Я же говорил тебе, что у нее что-то есть. Кстати, реально, этого не было. Она с нами разговаривала. Писец, я готовлюсь к скримеру, если что. О, как напрягает, да? А, то есть теперь ты признаешь, что ты тоже застряла в петле? Что-то не так с ее голосом. Я прям слышу ее жажду крови. А мы можем уйти отсюда? Когда вы спускаетесь с последней ступеньки, в поле зрения появляется фигура принцессы. Ее проницательные глаза следят за вами с другого конца комнаты. Интересно, а она нас помнит? Стопудово она нас помнит! Ты дурак, ты что, допереть не можешь? Это даже выглядит по-другому. Или для того, чтобы ее убить, нам нужно в нескольких вселенных это сделать. Она выглядит по-другому. Я не куплюсь на это. Она обманывает нас. Разве вы не слышите в ее голосе угрозу? Она просто хочет, чтобы мы подобрались поближе, ослабили бдительность, и тогда все повторится снова. Если она звучит угрожающе, это потому, что ее маска уже спала. Она знает, почему вы здесь. Вы вооружены все-таки. Так, она руки за спиной держит. Значит, она что-то прячет, сука. Да. Что? Офигеть! Это ж... Вау, какая игра нас будет ждать. Давайте проверим, что если... А, я перезаписала! Сука! Окей, я... ее убью. Я заползаю туда. Давай подойдем к зеркалу. Я очень странный. Сразу идем без меча. Нет, я просто попробуем. Нет, ничего не происходит. Хорошо. Хорошо. А что мы еще не пробовали? В самом начале давайте проверим. Да твою сосиску! На этот раз попробуем не брать нож. И быть тютей. Даже не сохранится. Ну ладно. Ладно. Привет, просто проверяю тебя. Да-да, конечно, как можно тебя вообще забыть? Вы спускаетесь по лестнице и встречаетесь взглядом с принцессой. На ее запястье тяжелая цепь, приковавшая ее к дальней стене подвала. Сфокусируйся на задании. А раз она такая вся выпендрёжница, я тоже буду вот так вот себя вести. Ладушки, да, ты меня поймала. Я здесь, чтобы тебя убить. Ну, бывает. Я буду все равно держать его. Мы это все видели. Я ее убью. Что с моей рукой? К сожалению, у вас затуманены мысли, когда вы пытаетесь с ней покончить. Что-то изменилось? Момент отвлечения и колебаний — это все, что ей было нужно, чтобы уклониться от вашего выпада и нанести сокрушительный удар вам в челюсть. Такое ощущение, что по тебе ударили отбойным молотком. Вы можете почувствовать, как кость скрежещет, а кость в том месте, где была сломана ваша челюсть. Твою мать, как больно! Ого! То есть мы еще живы? Хоть она и безоружна, шок от этого первого удара достаточно, чтобы ошеломить вас, поставив вас и принцессу в несколько равное положение. Клинок рассекает воздух снова и снова, а ее кулаки соприкасаются с твоими много раз или даже больше. Надо же! Действительно что-то поменялось? Каждый удар такой же тяжелый, как тот первый, сокрушающий кости. Мы все еще можем все провернуть. Я завершу работу. Вы с принцессой смотрите друг на друга. Оба задыхаетесь. Одинаково измученные.
Ну, мы опять оба умрем, скорее всего. Ты, вероятно, не выберешься отсюда живым, но ты можешь, по крайней мере, убедиться, что она тоже отсюда не выберется. Я могу что-то тыкнуть? Ай! Оба вы сталкиваетесь в последний раз. Ты чувствуешь, как ломаются твои ребра, когда она наносит тяжелый удар, но ты преодолеваешь боль. Падаешь вперед и вонзаешь свой клинок глубоко в сердце принцессы. Кстати, ручонка-то у нас такая же самая. Мы не человек, мы какая-то ящерица. Вы оба падаете на пол. А поменяется ли от этого новая чаптер? Принцесса задыхается. В ее голосе слышится нездоровый скрежет, когда ее легкие начинают наполняться кровью. Что? Нет. Да-да-да, я умираю, у меня второй чаптер. А, ой. Я пойду опять в кабину. Заползу обратно. Вау! Надо нам отдохнуть. Вау! Я определенно хочу эту демку долизать до конца, поэтому... Вау! Кто же знал, что так произойдет? Поэтому я определенно переведу это все для вас. И мы продолжим изучать эту игру дальше. На самом деле, чем дольше я играю, тем меньше мне страшно становится. Я уже не чувствую каких-то скримеров, я знаю, что их не будет, и мне просто нужно идти по пути. Вау, кто же знал, что все будет так сильно отличаться? А это всего лишь демка, поэтому поскорее попрощаюсь с вами, чтобы в следующий раз поскорее вернуться и дать вам новую дозу. Поэтому... Вот...